Это сейчас стоячая волна, кто хочет посмотреть. Вот тут катушка. Тут катушка вот настроена. Вот одна до сюда. Одним проводом намотана. И потом вот отсюда 0,15 миллиметров до сюда. Другим проводом намотана. Очень тонким. А тут где-то, не знаю, может 0,04, 0,5 проводов намотано. Вот стоячие волны можно хорошо видеть, потому что настроены на резонанс вот этой отмотки. Теперь частота где-то 190 кГц. Можно посмотреть. Сто 67 кГц. Ой, то есть 1,67 мегагерц. И вот стоячие волны видны. В темноте, чтобы лучше было видно.